День защитника Отечества – это повод не только поздравить тех, кто рядом, но и вспомнить о тех, кто ушел. Торжественное мероприятие открыли глава района Александр Жигалко, депутаты городского собрания и ветераны. Сегодня Адлерский район – гордость курорта. Именно он стал центром зимних игр, мероприятия всемирного масштаба. Но первый вклад в это сделали как раз защитники Отечества, подарив будущим поколениям мирное небо над головой.